Вон белочка, вон, вон сидит, вот она, вон. А ты какая сбежала. Белочки бегают, так много их здесь. Вон, 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 побежала, 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 побежала. О! Вон, побежала, побежала. Побежала, побежала. Это выход к озеру Иссык-Куль. Золотые пески. Побежала, побежала. Глупенькая такая. Она взяла яблоко и убежала от меня. Вон она где. Вон, вон, вон. А, вон, вон. Яблочко кушает. Еще выше поднялась. Это золотые пески. Здесь снимают комнаты. Коттеджи. Тут большие здания там. Вот это здание я живу. Прямо которое. В общем, сервис на высоком уровне. Платить деньги и ничего взамен. Но пойдет Иссык-Куль, это выдержит. Это новые коттеджи. Очень большой лес, старые хвойные деревья. Конечно, тополя. Вот, сдаются со всеми удобствами, интернет, все есть. Но мусора много, не успевает вывозить. Вот все комнаты заняты. Сегодня 21 августа. Завтра я уезжаю. Вечером 20:00. Много воронов. Вот старые. Тоже сдают. А вот город. Город Тянь-Шаня. Вон мусор. Ну, ничего. Сервис пойдет. Для советских людей. А вот туалет. 5 сомов. За вход. Эх, надо еще кофе попить. Хорошего.
А вот и выход к морю. Здесь очень много кафешек. И все хотят деньги. Вот восход солнца идет. Это пейнтбол. Пейнтбол. Стреляют друг в друга. Пейнтбол. Привет, кофе не сделаешь? А? Кофе не сделаешь? Сделаю. Я здесь буду на берегу. Позовешь, я приду. Вот так мы живем. Кафе Айдана. Кафе Элиза. Национальное блюдо. Все для людей. Но кушать опасно, конечно. А вот голубой из Кули. Утром, в 7 утра, наверное. Точно не помню. Не вижу, то есть. Ну, уже купаются. Здесь с 5 до 6, говорят, есть какие-то источники, которые нагревают воду. И выходит, так сказать, самый лучший полезный минеральные вот какие-то добавки, которые помогают восстанавливать здоровье. Ну, такой мы катались вчера, нас облили. Гады такие. Вода прозрачная.
горы здесь и горы там. Интересно, как увеличивать.